Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам под руководством Бориса Джанаева рассмотрела прогнозируемые параметры доходов и расходов республиканского бюджета на 3 года. Премьер подчеркнул, при разработке главного финансового документа важно учесть все приоритеты социально-экономической политики, обязательства перед жителями и исполнить мероприятия по нацпроектам и госпрограммам. Как сообщил в РИО министра финансов Исаков, по всем важнейшим налоговым источникам в следующем году ожидают положительную динамику. Планируя предстоящий бюджетный цикл, учтут приоритетные статьи расходов. Ассигнования на оплату труда бюджетникам, социальные меры поддержки граждан, дотации муниципальным образованиям, обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных организаций, софинансирование нацпроектов.